Всем доброе утро, ребят. Ну, что у нас сегодня наконец-таки запустился на английском сервере шарик с обменом. Можно будет пособирать некоторые скины, которые теперь надо собирать для обмена. Также есть обмен героев. Ну, обмен героев я вам показывал, херня полная. Обмен ресурсов уже был заведен. Ну и самое основное, то, что я вам вчера показывал. Печальное для без донатов, для донатов такое себе терпимое. Это добавили новый остров с новыми плюхами. Вот так он теперь выглядит. Печально, конечно, это все, потому что теперь у бездонов нету возможности собрать зефира. Возможно, это поменяет, будут какие-то дополнительные акции, но это реально печально. Так, давайте посмотрим, что сегодня есть на рынке. Начали наконец-то продавать пыль, шоппинг спри, сундуки, зефир, новые итемы. Так, в принципе, больше ничего такого интересного нету. Ну, такое все 30 зефира продают, осколки. Уже только так собирать его. Так, покерматчер. Больше ничего интересного нет. Дискаунт 10 мешков. Вот такой вот дискаунт обновился тоже. Такс. Такое. Здесь тоже, в принципе, плюшки неплохие, но опять же ничего такого сверхъестественного. Попозже к нему дойдем опять. Я буду пробовать собрать кровавую Мэри. Сейчас посмотрим, что он сделается на рынке. Вот осколки Вокера уже продают. Пыльца. Так, скины. Скины. Вот такое тоже. Так, скины опять. Вот, кстати, хороший пак со скинами. Вот пыльца есть. Вот новый наборчик накопления, в принципе, неплохой. Такой вот пак накопления и на трату два таких пака. Так, ну, в общем, понятно, с английским сервером. Поехали посмотрим, что же у нас все-таки на русском сервере. Интересно, там поменялось. Не знаю, добавят, не добавят зефира. Я почитал комменты. В среднем ребята от 50 там до 100 осколков пособирали. То есть, по сути, даже там треть зефира в основном собрали. То есть, что будет дальше, непонятно. Будут ли они их чередовать, тоже непонятно. Так, русский сервер, пакет накопления вообще ни о чем. По сравнению с теми пакетами. Печаль. Так, трейд с выгодой, значит, сегодня есть коллекционер. Да, есть остров у нас. Так, остров есть. И коллекционер героев, смотрим. Скиталис, ну вот плюхи, не знаю. За слизни, в принципе, неплохие плюхи. Изворот, правда, такой себе культист. Но скиталис в 3 раза меньше награды, нежели на английском сервере. За выбивание. Короче, такое. Так, рулетка, бинго, императорская, больше ничего такого интересного нету. Ну, в общем, на русском, как обычно. Так, окей, с этим решили, поехали дальше, поехали на Тайвань, посмотрим, что там у нас изменилось интересного. Так, вот, наконец-то продают новые плюхи. Что, в принципе, ожидалось, куча скинов на Тайване. Неплохо, неплохо. Так, пыльца. Винвашп за полпака. Ну, такое тоже, ничего сверх такого естественного нового нет. Топовый коллекционер.
Так, а что тут у нас? Это, наверное, награды с плюхами. Понятно, это плюхи такие. Так, окей. У нас интересного еще есть. Поехали на немку посмотрим. Может, на немочке что-то интересное есть. Какое-то накопление. Так, нет. Это счастливое число. Сумки, зефирки дают, понятно. Нет, кстати, парящего острова в 11 часов, скорее всего, что он обновится. На немецком сервере заберем отсюда плюхи. Но здесь топовый рынок, я уже показывал, просто бешеные плюхи, как по мне, для доната или без доната. Так, окей, окей, с этим разобрались, поехали на... Да, я с сервера еще сбегаем, посмотрим, что там у нас на iOS-ике сегодня интересного. Да, к сожалению, как видите, везде, практически везде поменяли плюхи, и это печально. Так, погрузим английский сервер IS. Английский говорю. У меня был почему-то вчера английский, сегодня на русском. Так, базар накопления такое же. В принципе, обалденное накопление. Те же самые плюхи все. Скины. То же самое все. Что у нас здесь? Коллекционер. Вот смотрите, какой коллекционер. За фрейку дают 2 скина. За скитальца, конечно, дают плюхи эти, но не знаю, мне они особо не нравятся. За космо тоже, в принципе, скины, плюхи. Ну, это лучше, ребят, чем коллекционер на русском сервере. Ну и тут у нас расходники. Огник, в принципе, неплохие тоже плюхи такие, здесь разбиватели, ну и парящий остров, то же самое, кровавая Мэри, да, шансы тоже, как видите, не ахти. Ничего такого сверхъестественного нет, те же самые. Ну, по сравнению с прошлым, если брать так, там был зефир. Куча зефира от одного, там до 20 осколков, да, на некоторых серваках, это раз. Плюс камни пламени были по 1000, там, или 1500, или 1200. Тоже дофига. Блин, там было реально вот это вот всего, кристаллы эти, ну, честно скажу, они по сути нафиг не нужны. Потому что не хватает зачастую препаратов роста для... препаратов роста для прокачки, поэтому, ну, там даже если фармить много, честно скажу, их все равно херня, все равно себя не оправдывает. Эти все расходники, руны эмблем, ну, такое себе, оно нафиг не надо. Эти вот эмблемы на Хэллоуине получаются, ЗПшки тут еще 50 камней, АПЕ, 100. И вот это вот все вместе, оно, по сути, мешает выбиванию. Ну, в общем, вот как-то так. Ну, ждите видосика, попробую на английском сервере у себя выбить за пыльцу, которая есть. Посмотрим, что с этого получится. Но, к сожалению, все острова
халявы с зефиром не будет. Пока что. Посмотрим, что будет дальше. В общем, вот так вот. Пишите комменты, бомбите. Всем удачи. Всем пока.